Всем привет, рад приветствовать на канале. Это видео на очень важную тему, которую не стоит игнорировать, так как наше здоровье всегда должно быть на первом месте. Итак, санитария на рабочем месте. А, да, и кидайте якорь, и погнали смотреть. Визуально чисто еще не значит безопасно. Вы должны это понимать и знать, что вокруг нас очень много опасных для здоровья микробов, вирусов и бактерий. Камбуз – это всегда зона повышенной опасности, не только из-за высоких температур, но и из-за того, что есть большая вероятность заражения членов экипажа, которая передается из необработанных продуктов, грязных рук и посуды. Если с ними не бороться, они могут нанести большой вред вашему организму. Поэтому стоит следовать простым правилам личной гигиены и поддержания санитарной чистоты на рабочем месте, особенно если это камбуз или кухня. И прежде чем приступить к работе на камбузе, вы обязательно должны помыть ваши руки. Чем чаще вы моете руки, тем меньше вероятность перекрестного заражения. Мыть руки нужно не только перед началом работы, но и во время работы с продуктами, когда вы, например, закончили работу с мясом и переходите к овощам. Также после посещения туалета, после того, как вы дотронулись до элементов вашей одежды, лица и так далее. Это очень важно, потому что в основном микроорганизмы передаются путем перекрестного заражения, а именно дотрагиваясь до чего-либо, вы становитесь их переносчиком. Окей, руки помыли, а теперь дезинфекция. Для дезинфекции рук я использую вот такой вот алкоголь-гель на основе спирта. И для дезинфекции рабочих поверхностей и рабочего инструмента я использую вот такое вот дезинфицирующее средство. К сожалению, весь мир столкнулся с очень опасным вирусом, который унес уже очень много человеческих жизней. И дезинфекция в данное время достаточно актуальная и обязательная процедура. С одной стороны, находясь на судне, у нас меньше вероятности подхватить какую-либо инфекцию или вирус. Но с другой стороны, если кто-то из членов экипажа заразится, то почти 100% будет заражен весь экипаж. Поэтому следуйте правилам ВОЗ, носите маски, перчатки и дезинфицируйте руки, особенно когда вы в порту и экипаж контактирует с его работниками. Обязательно дезинфицируйте рабочие поверхности и рабочий инструмент, так как на них собирается огромное количество микроорганизмов, которые очень быстро размножаются на камбузе, потому что тут для их роста и размножения созданы благоприятные условия, а именно это влага и тепло. Минимум один раз в сутки вы должны дезинфицировать ваш рабочий инструмент. Я использую для этого специальное дезинфицирующее средство, оно есть далеко не на всех судах, поэтому также можно использовать для дезинфекции раствор с хлоркой. Если у вас концентрированная хлорка, то разводите ее с водой, чтобы она не повредила ваш инструмент. Тщательно вычищайте места стыка лезвия с ручкой на ваших ножах, так как это места, где находится больше всего микроорганизмов. Для нарезки и разделки продуктов используйте разные разделочные доски. Старайтесь использовать специальный колор-код, чтобы избежать перекрестного заражения. Если нет возможности заказать разделочные доски разного цвета, то промаркируйте доски с помощью цветного маркера или краски. После того, как вы помыли посуду, перед тем, как ее сложить на место, обязательно повытирайте насухо бумажным или обычным кухонным полотенцем, так как я уже говорил, что влага – это благоприятная среда для роста бактерий. Кухонные полотенца и тряпки должны быть всегда чистыми и сухими. Обязательно стирайте их хотя бы раз в 2 дня, чтобы они были безопасны для использования. Это обязательные и минимальные требования для того, чтобы поддерживать санитарную чистоту на рабочем месте. Не пренебрегайте этими правилами и обязательно их выполняйте. Следуя этим правилам, вы предоставляете экипажу безопасную пищу и можете спать спокойно. В следующем видео я вам покажу, как правильно хранить продукты, как их правильно размораживать и так далее. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео.